Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня у нас на обзоре вот такой вот красавец. Это у нас нож от компании CH Outdoor и называется он 3020. Его артикул немножко смахивает на модельку 3002, которая была у CH по каким-то определенным, как видите, параметрам. Но тем не менее нож абсолютно другой. Итак, поехали. Во-первых, это полноценный у нас фолдер. Длина клинка у него 95 мм. И при этом всем его вес всего лишь 97 грамм. Да, меньше, чем соточка, как многие и любят. Толщина обуха здесь 3,5 мм. То есть не те, которые были раньше по 4 мм, гораздо меньше. Ну, не дотягивает, конечно, до любимчиков кухонников 2-2,5 мм. Но для фолдера вообще все хорошо. И при таких вот параметрах сведен нож достаточно тонко, 0,3. Спуски у него прямые, красивый сатинчик. Насечка на обухе. Железка D2 характерная для CH. Замок Liner Lock. Накладки из G10. Имеется темлячное отверстие. Конструкция у нас полностью сквозная. Боночки. Симпатичненькая такая вот клипса на двух винтах. Клипса не болтается. Винты крепят надежно. Замок Liner Lock. Подшипники в осевом. Механика, ребята, просто бомбезная. У CH практически все модели отлично стреляют. Здесь просто пушка. Детент просто офигенный. Для тех, кто любит просто пощелкать в удовольствие себе, это супер. Все здесь четенько подогнано, все классно сделано. И самое главное, вот то, как он лежит в руке. У меня средняя рука, уже все знают, кто смотрят мои видео. Мне он просто вот по кайфу его держать. Если, допустим, вот такой вот Contego, ну, многие любят этот ножик, но в основном, наверное, те, у которых большие руки. Мне он, ну, слишком широкий, слишком большой, слишком такой вот грубый. Здесь просто приятненько. И если с чем-то ассоциировать, вот у меня напоминает это, знаете, что когда берешь маленького ребенка за руку, и его ручка такая маленькая, но тем самым ты берешь и вот так приятно ее прям держать, ты ее чувствуешь прям в ладони, и вот эта вот мягкость кожи, вот этот вот придает какой-то кайф телесный. И вот такие вот ассоциации у меня вызывает вот этот нож. У него достаточно пухленькая такая рукоятка, она не толстая, короче, она такая вот средних размеров, и она, наверное, так эргономически подогнана под среднюю руку, что берешь его и вот прям аж кайфово, прям классно, не хочется выпускать. То есть это, кроме того, что рабочий инструмент с полноценными размерами, с классной механикой, отличная игрушка, он сам по себе приятный. Ну вот прям приятный-приятный. Здесь у нас логотип компании CH Outdoor. Написана его моделька CH3020 G10. Красивенький сатинчик. Вот все здесь классно сделано, дулька. Мне нравится. Классические полностью формы. Офигенный резачок будет. Сведение 0,3, железка D2. Очень приятная G10. Вот такой вот красавчик, ребята, у нас сегодня на обзоре. Нож вообще классный. Мне понравился. Я думаю, для тех, у кого рука средних размеров, как у меня, будет просто в восторге от такого экземпляра. Всем пока, до новых встреч и обязательно подписывайтесь на наши группы в соцсетях. Ссылка на нож для приобретения будет под видео и ссылки на Instagram и Facebook будут также под видео. Всем пока, до новых встреч!